Друзья, всем привет! Кому интересно, чем я занимаюсь, там вне блога и во блоге, раньше времени блога узнать, все есть у меня в Инстаграме. Так, друзья, сейчас я еду за плиточником в Киев. Кому интересно, зачем, кому не терпится, ставите видос на паузу и идете в Инстаграм по описанию, по ссылке ниже. Вот Ричик у нас тут решил пойти погулять. Саша идет. Что, нам жалко, что ли? Так, потом буду собирать люстру. Тоже увидите в Инстаграме фотографии. Там жопа, покажу опять-таки позже. Если интересно, переходите в Инстаграм и все видите. Ну, как-то так. Так, сейчас мы едем, нужно заправиться немножко, а то он уже лампочкой светится. Немножко неприятно. Она еще вчера засветилась, но я забил. И в итоге нужно сейчас заехать заправиться. 7:53, я уже опаздываю, очень опаздываю. Ну, ничего страшного, меня подождут. Потому что я вчера ждал. Такие ямы. Такие ямы, ямы. Фу, блин, я немножко разбитый. Не выспался, что ли? Завтра выспрюсь, наверное. Сегодня, надеюсь, люстры повесим. Может быть. Может и не повесим. Так, ладно, поехали, что я вам рассказываю. Да, у меня немножко работала камера все это время постоянно, уже, наверное, часов 6. Заехал я в эпицентр купить дюбеля под люстру. Люстру я не показал, тут такие прикольные люстры, патники. Оп. Давай закрывать. Оп, закрылись. И поехали. Нужно купить эти дюбеля и ехать в сторону дома. Пробочки там небольшие, но на самом деле сегодня очень мало машин. Купил, в общем, вот такие вот анкера и вонючую машинку. Камера уже садится. Почему-то он уже нажимается включить камеру. Не знаю почему, но в кармане она нажимается. Вонючка у меня каким-то коктейлем. Люблю я такие коктейли, фреши. Вообще почти ничего не видно в этом. Так, видно что-нибудь. Ладно, сейчас подсветимся чуть-чуть. Так. Так, подсветились. Так, что-то видно, наверное. Да. Так, давайте откроем ее. Вскрытие. Открытие вонючки. Так, открытие вонючки. Так. О, это мы пахнет сильно или чем-то таким. Полезем пока сюда. Потом уберу. Майтай. Да. Где-то я такое слышал уже не случайно, не во влоге Мартыненко. Чем этим шампунем для головы, там каким-нибудь апельсином или чем-то таким. Но сейчас пока что сильно концентрированный запах. Такой, что аж легкие режет. По поводу электронных сигарет. После выставки я очень жестко обкурился, наверное, обпарился ими. Так что у меня даже легкие, наверное, воспалились, бронхи воспалились. Еле дышал. Это, конечно, не антиреклама электронных сигарет, там все классно, но, наверное, у меня просто аллергия на какой-то из компонентов. Скорее всего, это аллергия, мне почему-то сейчас кажется, что на никотин. Но не знаю, так надо отсюда как-то выезжать. Так. Выехали. Хорошо. На какой-то из компонентов.
компонентов, скорее всего, на никотин. Сейчас я проверяю это. Сейчас купорю жидкость абсолютно без никотиновую. Ну, не знаю, пока что изменений не чувствую. Ну, как бы легкие немножко прошли, но еще болят. Ну, я думаю, что это пройдет. Будем смотреть, что будет. Если нет, то, наверное, может быть такое. Есть такие люди, возможно, я в их числе, которым нельзя парить электронные сигареты. Ну, аллергии, аллергические реакции. И от этого никуда, к сожалению. Возможно, оставлю электронку, возможно, продам. Оставлю для чего? Ну, это такого вида кальян, который можно будет на выходных подметить. Ну, еще не все потеряно. Может быть, это все пройдет и будет все нормально. Подберем что-нибудь более проще. Ну, как всегда, блин, как с линзами какая-то херня это. Только, блин, самые дорогие линзы. Только одни, которые не везде есть. Что за бред, блин, с этим организмом? Хочешь бросить курить, а хрен, не получается, потому что вылазит какая-то другая жопа. Так, ну что ж, закончили ступеньки ложить. Вот так вот это получилось. Такой коврик из коричневого. Вот сюда осталось докупить уголочек такой. И будет закончено все. Вот. Сейчас я буду продолжать люстру складывать. Там куча всего, куча. Фу, надо кондиционер включить, а то прохладненько. Да, отапливаем сейчас кондиционерами. Вот. Ну, вот у меня. Вон там вот люстры стоят под этим, чтобы любопытные коты не начали играться с ними. Так, ну я открою, покажу. Блин, что такое нежное. Вот одна. Эту мне еще и предстоит доделать, а это уже готовое. Почему-то у них разные крепления этих штучек. Я их всех собирал, же, понимаете. Вот это вот все собиралось вручную. Вот, видите, здесь вот такая скоба, а здесь вот крепление, как на ключик вот этот. Вот такие вот крепления. Вот так вот это выглядит. Надеюсь, мы сегодня-завтра их повесим. Вот так вот это выглядит. Достаточно красиво, большие, высокие люстры. Так. Ладно, пошел я дальше складывать их. Чтобы закончить с ними сегодня. Повесим там уже, когда повесим. Так, ну, продолжаем.